Короче, у нас Толя преисполнился в себе, решил полетать, так сказать. Я привидение! А вопрос, ты можешь отсюда вылететь или не можешь? А я, честно, без понятия. Походу, не могу. Ты в такой охуенной позе, если честно. Как там Карлсон говорил? Я культурное привидение или как? Я забыл уже. Я тоже не помню. Ля, ну ты вообще прикольный. Так и как Лере в натуре вылезти отсюда? Да никак, походу. Чинился. Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импал. Валка, который починился, я так и вылез из потолка, и бумпер захода. Тут покинуть здание или задание было? Там задание мы уже подобрали. Да, без записи. Ну да, кстати. Задание подобрали, идем к заданию. Да, все, уже давай четко идем по заданию. Мы тогда немножечко покачались, и мне это немножечко надоело. У меня нету патронов, отлично. Убейте больше всех зомби испытаний. Ну тут я выиграю, тут даже гадать нечего. Убейте, блин. Опа. Пока Даня не мог понять, что ему надо, я уже успел прокачаться до крюка кошки. Поэтому он будет бегать пешком, и я буду летать на крюке кошки. Ну да, так получилось, Даня Квайт не заходил. Так, сюда что ли надо, понял? Троллейбус на этот. Троллейбус? Да. Это ж не маршрут, но транспортное средство. Да, блин, сверху выглядит как троллик какой-то. Залез. Вот, достаем нашу мобилу. Что-то я ее не достал. Ну, лох, нет мобилы. This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Так что, ты даже не слышал, что говорили? Да, я слышал, что говорили. У меня еще субтитры были. О, этот. О, ледокол. Ля побежал. За ним. А, ну, вон, блин, ты его шарахнул с пистолета. Не, это я с дробовика. Это было очень дорого его так стрелять. Чё, пошли дальше по заданию? Конечно, конечно. Опа, дай только... опа, опа. Клевецую вместо дробовика. Ну чё, тебя 500 урона наносит мачете, ты чё? Блин, чё-то жалко, что двери до сих пор не открываются в домах. Ну вот дом хотел проверить, там кнопочка открыть есть, а дверь не открывается. Я её просто... Надо как-то залезть по-другому. Хрен знает как. Опа. По башке давай прыгну, опа. Kareem, I'm by the wheel station. Я еще одного синичка подстрелю. Так. А куда он делся? Не понял. Первый пункт. Убейте Джафар. Убедите. А, убедите, ё-моё, извините. Случайно прочитал. Не, ну мы бы, конечно, могли бы убить, если бы игра позволила, но игра не позволяет. Убедите. А как его так, убедить? Дядь Джафар, а, я... вот он. Где? А, это не он. А, вот он, в гараже. А, не, это нормально. Прям старый такой. Tell you what, понял, да, break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should cooperate. Okay,
okay. Jesus. You are one of Rise's thugs. You guys are the only ones who act this shitty. Теперь можно убить Джафара. And if I have to come back here. You won't get any more attitude. Микаса сукас. Только не бейте меня. Just don't hurt me, Микаса сукас. Микаса сукас. Микаса сукас. А чё у него? Карим, it's me. А остальные чё, русские? Не знаю, но ты только что грозил сломать ноги старику. Ты вообще урод моральный, понимаешь, как ты мог? Вот просто, он старик, он воевал, он вот на пенсии, а ты его ноги переломать можешь. Не знаю, за что он там воевал. За веру и правду, он воевал. Пошли дальше, у нас следующая бабуля какая-то там. Слышь, бабуля, умирай давай. Ты вообще бабуль там убиваешь. Не, ну это уже не бабуля, если так. Не повезло бабуле. Ну-ка, на. I'm running errands for Rise. He wields a lot of power, scares a lot of people. Вот не убивая всех подряд по дороге, даже как бы времени меньше тратится. Хотя, может быть, вот это взломать? Очень трудно написано. Взломай, может там у меня кафтана лежит. Наконец-то! Давай только быстрее. Ага. Да ё-моё. Ну кей, тут почистить надо немножко. Собаки, вы чё, из-под земли вылезают? Не, залезь на крышу, Крейн, пожалуйста, ты умеешь. Да чё ж ты будешь, немножко не дотянулся. Ай, башки. Что бы ты делал без этого мачете, который я тебе выдал? О, ля, снежок выбежит. Снежок? Стой, охренный, фак, подожди. Нет, стой, ёп. Не знаю, что бы я делал. Наверное, в битве дрался сейчас, который купил, но пока едь. Это что же он такой быстрый? Ты за ним бежишь до сих пор? Я его стрелил! Уху! Я настоящий охотник. Да, за ним. Ты знаешь, сколько дают? Ой, ля, теперь эти эльфики. Я бегают. Думал, это ты подошел, а это сам бар. Ты знаешь, сколько очков выживаемости дают за то, что ты приносишь охотничку? Вот мы тогда притащили вот все, что мы насобирали, мы целых 20 тысяч дали, ты чё? Да откуда ты взялась? Так, официально говорю, что у меня практически закончились патроны, и скоро этих снежков шугать ты будешь. Дробовиком? Да чем-нибудь. Не, а чё, он ну, с одной тычки валится вообще абсолютно. Чё, дурак, что ли? Да откуда? Откуда? Ничего, тебе да, их слишком. Да, есть, их слишком много. Вот сейчас я последних добил. Я немножко не понимаю, откуда они приходят. Сейчас осмотрюсь, ну, вроде. Да все, да, не эти сразу. А, вон лезут, блин. А, блин, давай, давай, давай. Я слышу в точке доступа, в смысле, кухни хера. Ты меня прикрыть не хочешь, да? Да, Данил, ты упустил меня тут. Я тебе хочу сказать, просто в том месте, которое мы в обучении открывали, да, там сейчас торгаш появился, ты прикинь. Он продает мачете на 200 сверху урона, оно красивое. Я хочу его купить, но, блин, я все жду, когда у меня катана появится. А, ничего, так надо будет посмотреть. Ну я куплю. Не, ну это он у меня его продает на 240. Хотя он там какой-то пороху будет продавать, я ж прокачанный. А. Он же продает в соответствии с уровнем. Ну чё ты там? Да я не понимаю, в какую сторону это открывать. Сложная. Очень. Нет, даже не люблю. О! Тут что ли?
О, нашел точку, кажись. Да зараза. Вот тут вот где-то было. Меня четко молоток сейчас кинул. Прикинь, какая она тупая, оказалось. Она просто так оружие выкинет. Кто-то морет за меня, я не понял. Лежать, я сказал, извращенка. Голая по улице ходит. На, по лицу. Да зараза, вообще не могу что-то открыть. Ну-ка, еще отмычек сделаю. Что ж так сложно-то? Что там? Хорош. И ко мне, да? Тобой прямо из-под машины вылез. Давай, ой. Давай, батя, попробуй. Все, я же сказал, батя сделает. Один для ценности. Ой, сабля целая. Китайская юбка. Че выкинуть? Данек, че выкинуть? У меня китайская сабля. Не знаю. Ну, это курики. Иди смотри, что. Я взял. А что ты там взял? У меня какая-то синего качества, это, которой руку отрубали. А, вот так, говно, то что... Ага. Парики мои метательные подобрал. Ну чё, кого подобрал? Да, ну, парики метательные. Жалко просто выбрасывать так на совсем. Так, ладно, пойду. Эти солдаты Райса. Охренеть, вы чё, дураки, что ли? Клевцом, и почему-то не потерял сознание. Ты знаешь, Данил, я могу тебя спутать чисто... в смысле, I don't wanna die? Иди сюда, собак. С кем спутать? Ну, с этими челиками и ушатать их вместе. Но с я ж в черном. Да у тебя харя тоже в говне измазана. Ну, а чистого не было нормального костюма, чё-то пока. Правильно, ты решил лицо по носам измазать. Ну, а чистого не было, реально. Ну, не было чистого по носу, да, чистой экипировки ниндзя. Не, это все не для нас, нам надо лицо по носам мазать, ну на них. Эй. Блин, что такое? Эту машину я с первого раза вскрыл, эту хрень я не могу вскрыть. Так, ну хрень, которая палец отрубает. О, топорик. Так, ну чё, глупая миссия. Ну, далеко, ладно, пошли. Опа. Я думал звонять. Тут чё в доме? Сухарики. Пригодится. Тут кто-то не дожарил супец. Ой, не доварил. Просто уже сковородка жарится. История про моего батю, который готовит просто адовые блюда. Там просто пустая... Стоп, я сказал, что пустая сковородка? Я не помню уже, что ты сказал, но тут надеюсь, я не это сказал, потому что... Что вообще понесло сегодня? Понесло душу в рай, блин. Там, короче, пустая кастрюля жарится прям чисто. Вот один из рецептов такой усредненный, потому что вариаций масса. Он берет суп и не разогревает его. Разогревать это не про моего батю, а жарит его. Так, вот тут лежит вот эта бочка. Бам! Так, а ты хоть понял, где надо звонить? Я вот не понял.
Не, да, не, в смысле... А, встретись у входа в туннель, ё-моё, в туннель надо. Так, Кладмена встретить. Ага, то есть надо встретить. Ну, а я пошёл вниз в ту сторону, куда-то. Я куда-то по форме есть уже. Так, вон, за мной бегают. Ой, страшно. Я, покажись, не в том туннеле. Да нет, ты всё в том туннеле. Ты натурально в том шуман. Уверен? Ой, иди сюда, внутрь, Дань. А, о. Все. Побежали, видишь, тут вот где-то должен быть Квадмен. Вот тут вот где-то. Иди сюда. Давай, 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 что документы? Да, осматривался, мауля вот. Блин, дверь не дверь, а закрыта. Квадмен, мудак. А, не, это он, короче, товарищ, шум, пробовал. Жестко. Да, выглядит даже так, будто бы его трубой. Yeah, we call them bombers. Some of our guys use them to kill other infected. Shoot them, and they take out everything in a 3-meter radius. You kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't see anybody, just fucking zombies. All right. You'll have to go to the village directly, I suppose. Look for a man named Gersel. Данёк, хочешь взломать это говно? Я не могу. Хочу. Давай, ломай. Ломай. А тут свет включить нельзя. Или тут так все в потёмках привыкли сидеть. Выход на свободу. Фига там зомбак флексит чисто. Сейчас посмотрим. Вот это неплохое бито. О, я открыл ящик. Сейчас. Там, посмотри, эта бомбочка так передвигается угарно. Так, а у меня там клевец лежит. На 164 урона. Вовремя дверь закрыл. Вот чуть-чуть заварил. Уля-ля. А, почти. А какой у меня там... Прикольно. А, лучше не смотри, да, какую я там где-то взял. На, тварь. О, мочи. Я, кстати, в шоке. Замедленное движение работает даже когда с другом играешь. О, садовый серп. У меня охотничья мачете, которую я продам, потому что оно-то выглядит красиво, но, блин, оно на 160 только, на всего. Мне надо уже не меньше 200. Да, получается. Сейчас мы идем прямо четенько в деревню барана. Вот, вот так, что лучше прокачать. Да, в прыжке наносит больше урон. Вот это лучше прокачать. И вот здесь лучше прокачать. На пылец. Фух. Так, побежали. Опять на этот сраный мост идет. С ним связаны только воспоминания. Отличный мост. Так, я понял. У меня проблема. Или у тебя? Да нет, ни у кого проблем, ты чё? Вообще, я бы вот так вот сейчас даже сидел вместо. Фух. А, вниз надо, что ли? Ну не говори, что надо прыгать с моста. Блять, господи, прости. А хотя, давай-ка я с моста прыгну. Okay, Kareem, I'm outside the village, but there's a whole horde of infected in there. So, clear them out. We get paid for protection. Do some protecting. Да, ёпер, это сам. О, здорово. Ой, вот это я зря. Вот это я тоже зря немножко. Ты сдох? Да.
А я мины вместе. А чё аптечка не юзает? Не знаю. Чего? Ты отменить. В чём ты там участвуешь? Я? Я дохуй лежу. Ты дох? Угу. А, ты наверху сдох или где ты вообще сдох? Я, короче, работал, решил минами подзрывать и взорвался вместе с ними. Подожди, не, сделай это сам. Встань куда-то. Да я встал на крышу. Я принял приглашение. Я ж мог тебя просто тэкнуться к тебе и по этому приглашению. Ну давай, иди сюда. А, блин, а прошло. Завязал аптечку еще. Случай. Из-за того, что хотел тебя состязание сделать. Окей, мне ждать или я могу пойти? Даня, Даня, верь в меня, Даня. Да что, дверь? Да я уж пришел. Дверь в кирпич. Ты там дверь видел нарисованную? Закройте ворота. I gotta get that gate closed before more of those fuckers get inside. И убить мутантов. Ну давай. Так, подожди. А, вот. I'm here on Rice's behalf. I'm supposed to pick something up. Oh my god, that's one of Rice's men. What do I do? Just tell him to go away. Do it nice and maybe he'll leave us alone. Better yet, send him to Gersel. He'll know what to do. Вот женщина, а, бедный Гёрсель. Сейчас мы же придем ему лицо ломать. Go to Gersel. He lives about the store. Gersel, иди сюда. Да? И сюда дай. Не говори то, что надо с тобой по одной дверке слушать. Походу, да, да, девочек, ничего не поделаешь, такова. Судьба. Судьба, судьба. Судьба, судьба. Так. Блин, все вспоминает у. Штуку пипец там басы гуляли. Look, I got rid of them, but you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them? All of them? Rice sent me. You Gersel? Oh, you were for Rice. I should have known this was too good to be true. You can't have any more freaking tell him. Ayla, please. Just let me talk to the man. You can't just push us around like this. Furkin gonna kick your ass. Do it, Furkin. Kick his ass. For God's sake. Look, I don't want any trouble. But we already paid his month. You gotta beat us dry. That is entirely not my problem. Rise wants his payment. So you make the payment or things get bad for you. And your woman. You can't threaten us. Kick his ass, Furkin. Give me a break, Ayla. All right, fine. Here. This is all of it. Ugh. A real man would have kicked his ass. Он уже дед, какой мужик там. Ты не понял, Даня, это имеется в виду. Мужик должен, вот, Даня. Okay, Kareem, I got Gersel's money. Fucking hate myself now, but I got the money. The self-hatred fades eventually. Just one pickup to go. At the ferry station on the old pier. А, это задание какое-то. Тут у ворот вон стоит мужик, чисто не втыкает. А что за задание? Задание какое-то. Any guess how those infected got through the fence? Guess? I know exactly how they got in. That masked nutjob soared through the husk. Who are you talking about? They call him Gas Mask Man. He lives outside. He's crazy in the head. So he wears a gas mask all the time. Like it's going to protect him. And you're sure it was him? Человек one of the guards saw him cut the hasp and run off. Someone's got to do something about that. Как будто анимешник звучит.
Надо пойти дать ему люлей. Ни хрена туда. Бери, это задание отслеживаю. 5000. Ну, так давай, да, найдите человека в противогазе и поговорите с ним. Пошли. Это чисто, знаешь, такое. Дружба это. Это кто меня там ест нафиг, пока я оружие выбираю? Пахнет превьюшкой. Это знаешь, ты сделай такое. Дружба это человек в маске. В противогазе, в смысле. Бум! I'm gonna kick your ass. Нет, мне бы этот топорик еще бы улучшить как-то. Как я это могу сделать? Я могу сделать пекарь. Пекарь. Офигеть, теперь у меня не топор, а пекарь. Помнишь тот топор, с которым я бегал тогда? Какой? Он наносил, как я с ним, как его крутился. Ну так у меня, короче, теперь еще такой топор есть, только он в полтора раза круче. И он пекарь. А когда-нибудь у меня появится катана, которая еще лучше. Так, ну еще человек в противогазе, я уже задыхаюсь, видно. Я еще челик спас, пока бежал. Ну что, мне что-нибудь прочитается? Спасибо, 100 баксов дали хотя. Так, человек в противогазе. Ты что, дошел уже? Да. Что такое быстро? Ну, ты так поймешь, всех игноришь, наверное. Так не надо делать. Надо выполнять миссии. Ох ты, блин. Не, этот топор классный. Он рубит аж на две части этих бедных зомбаков. Иногда мне их становится жаль, потому что ну, как можно сопротивляться такому крутому и сильному челу, как я? Так они, собственно, челы. Противогаз. Не знаю. А, я догадываюсь, где он. О, сюрикены. Великолепные, кстати. Да, нет, какая разница. У меня здесь пугио лежит какой-то, как у Центуриона. Так, человек в противогазе. Его надо где-то здесь. Да, он. Садись. Ну-ка. Shakur didn't want visitors. Shakur shouldn't have sabotaged the fence at the fishing camp. What? What are you talking about? That wasn't Shakur, that was Gas Mask Man. You're Gas Mask Man. Me? You're insane. Why would you think that? Because you're wearing a gas mask? But you have been tricked, my friend. This saboteur was an imposter who makes himself to look like me. So you will be angry at Shakur. But Shakur knows who did this. Shakur saw him without his mask. So you're saying you saw someone disguised as you? I watched him from behind the rocks. He did not see Shakur, but Shakur saw him. Well then Shakur better tell me who it is. No. Ничего бы ему бомбить, наверное, просто, но мы же добрый дядя Крей. Мы сейчас будем там денежек ему таскать или еще что. We're not negotiating, Shakur. Of course not. Shakur tells you what to do, and you must obey. Now, obey Shakur. And what exactly does Shakur want? There's a lake nearby. My treasure bag fell out of the boat and was lost in the water. You. Как рыба. Безопасная зона у чувака, круто. Ты что такой стрёмный? У него посмотри на его лысину. У него там чешуя что ли вместо волос? Капец. Ну окей, пошли, ладно. Мы же добрый дядя Крейн, который за мир во всем мире, да, напоминает мне одного персонажа из. На. За мир во всем мире, а мне напоминает один стиль игры. Какой такой стиль игры? Не рейдить бомжей. А, ну да, то есть хочешь сказать аутистов, но напоминает. Так, с одной стороны у бомжей брать нечего. Ну, конечно же, у нас было что взять в том месте, и что, надо типа здесь плавать и искать сумку?
Нам надо искать в этой речке вонючки сумку. Ну, ты можешь не переживать, потому что, мне кажется, я ее уже ношу. Да, я молодец. Просто возрадуйся, я нашел эту сумку. Уже? Ну, ушел в весло на 39 урона. Такая полезная вещь, Данек. Из нее можно сделать палку на каких-нибудь 70 урона. Что за бред, тут нельзя было подышать под водкой. Где вакуум? Какой жопу вакуум, ты че? Ну вот, скажи, перевернут, там должен был быть кислород. Может, наверное, перевернулось не одновременно с кислородом. Давай, быстрее, дуй там. Человек в маске. Я хочу его человеком в маске, я не хочу его газе называть. Даже не знаю почему. Да, нет, там есть потерялся. Это скоро... Не один такой человек будет. Надеюсь, это будет не так. Alright. Даже не First, the imposter sneaks out of the village. He's very quiet, like a master spy. Then he puts on a mask. Then he sneaks back to the gate, but now he is very noisy, so the guard would see him. Then he cuts the lock and runs away. Did you recognize him? He looked crazy to me. Nothing like Shakur. But do you know who he was? Of course. He's one of the fishermen, the one who's disguised as Shakur. Right. I'll check it out. By the way, Shakur, what was in the bag? My air. My precious clean air. No, I can breathe again. Офигеть, это чисто челик сбежал от коронавируса, когда за то, чтобы дышать, надо платить. Речь Данюк побежал сразу делать задание. Я побежал порезать одного зомбака на память. А теперь можно идти делать задание. Поговорить с охранником, с тобой что-то не тем пах. Трис Ван Импостер Монг Ас, да, Данюк? Блин, чё тут никто ничего не продаёт, а? Ну это ж наша заправка. Бля, там матрасы лежат. Блин. Дабл кил. В момент, когда ты кидаешь крепкошку, ты чисто теряешь связь с землей, походу. Отмена всех законов физики, ты тупо летишь вперед, пока она не хрякнется во что-то. Пипец. Он продает клевец, овощной нож, восточный нож, смертельный клинок, смазки всех крабы. Короче, всякое говно продает, молот продает. Чертеж отравленный дротик беру. А, Данек, ты в курсах, что можно деньги скидывать? Да. Так я тебе могу скидывать, покупать вещи какие-то. Ну еще. А, ты внутрь зашел, блин, я думал через окошко с ним говорить. Don't shoot the messenger, I'm just trying to get by like everybody else. Yeah? So are we. Rye said he'd protect us if we paid him. But so far, all he's done is take our money. There's no protection, just threats. You any different? Look, all I want to do is get this over with. What's it gonna take, huh? Don't need to point out how easy it would be to set this entire place on fire? Jesus Christ. You people are fucking monsters. All my money's in that satchel. Take it and get the fuck out. Hey, for what it's worth, this isn't something I want to do. I'd rather be helping you guys. And yet you're still doing it. Aren't you? And yet you're still doing it, aren't you? Ну пошли. Все, бабки у нас. Антизин посудина на ферри стейшн. Можно кинуть райс. Так. Так, 50
эти ректали. Так подожди, а мы поговорили с этими? Стой, мы ж не договорили с этими ребятами, которые человека в маске разыскивали. Человек в противогазе, да. Пошли. Поехали. Нам же надо, ты что, целых 5000 этих самых очков, так сказать, очка. И это просто так на земле не валяется. Плюс там еще какой-то чертеж чемпиона, да. Или не чертеж, а ну, по крайней мере, все равно хорошая вещь. Что там за дверь? Подожди, а что это за дверь? Это куда? Чего? Данёк, иди сюда. Ну я блин, я зря ее пробежал, что ли. Двери? Я видел, что есть дверь на радаре, но я не хотел идти. Бля, гномик бежит. Остановите, гномик. Остановите, я тебе сказал, я тебя. Остановитесь. Вот это вот что. Нет. Да нет. Давай посмотрим. Я не знаю, что это. Круто. Человек в противогазе отлично вышел. Молодец. А, так это вот сюда, что ли? Так где тюрьма, собственно? Да вон перед нами. Вот она, тюрьма в натуре. Не-не-не-не-не-не-не. Это уже новое задание, не надо. Мы 5000 забрали. Пошли, мы лучше сначала пройдемся по этой теме, если что, мы потеряем пару очков, да, но потом получим 5000. Пипец какой. Я вот эту тему не помню. Это что, на время? Найдите оружейный бал, побежали. Там же пуколок должно быть много. Да и не только пуколок, я, наверное, надеюсь, там... Катана будет. Только мне интересно, тут зомбаки будут или тут люди? Ой, тут люди. Тут люди. Тогда за ним все делаем по стелсу. А у меня патронов нет. Понимаешь, у меня есть. Так, окей, где моя валета? Ай, больно. Ай, больно. Не, это не наш уровень, все забей. Ой, больно. Тихо. Не наш уровень, не наш. У нас автоматов нет. Фу, да у тебя их нет, у меня-то они. Это как Cyberpunk. Блин. Не надо. Окей, мы потом в тюрьму заняем. Так, вот она. Так, где вот здесь? Или нет, подожди. Ну вот, что ты мне предлагаешь сюрикенами в них кидаться? Смотри, я ему в бан стрелу. О, стопы. Отнимай у него автомат, чувак. Ты мне сказал, что у тебя нет автомата, но это... Ты что, не подобрал у него автомат? Нет. Почему? Данёк, ну ёпер, метеатр, ты как обычно. Чё ты автомат не подобрал? Вышло так. В инвентаре гном лежит. Над гнома убрать нахрен. Какие гномы, он тебе не нужен. Гном. Так, стопой, гном. Так, на инвентаре гном. Выбрать. Да выбрать. Отложить. Все. Могу из-за дождя попасть. Ус, а. Ну, бери автомат. Дурень. Все, погнали. Я их так с арбалета подстрелил. Только еще стреляй так, это патроны. Экономнее, да не, а экономнее, да не. Так, еще что-то есть.
Battlefield. Неужели в этих ящиках нету ничего, блин? Да я реально отказываюсь в это верить. В этих ящиках там, наверное, столько всего лежит. И сейчас есть смысл достать дробовик, я так понял, но он только как обычно. Мой дробовик. Без патронов. Ну, самый нужный момент. Зато у меня есть винтовка. Уже не могу. Блин, жаль, тут нельзя как в радуге наклон делать. Да ты задрал. О, нифига, тут четко автомат в двери чисто. Да это все автоматы, надо бить. Будут патроны с них поднимать можно. Ну это хорошо. Бля, кофе выпить нельзя, блин, обидно. Не-не-не-не, да, блин. Ну, все-таки попал. Хотел подкат, не получилось. Тебе тут не Warface подкаты с автоматами, где... О, отмычка лежит. А я представил, кстати. Ты представил, что это Warface. Не, если бы тут можно было в подкате стрелять, было бы лучше, не было. Не, надо смотреть, может тут еще даже есть что-то. О, нам может туда. Даем. Ты как? Через окошечко пролез. Через какое? Алло. Через какое окошко? Дурачок, иди сюда. А какое-то окошечко в толчке еще. Подожди, стой, иди сюда. Подожди, посмотри, как я перепрыгиваю в окошко. Опа. Нормально. Я в микрочелик это не складываю, типа сейчас. Просто ты у меня в микрочелика прям такого вообще в два складываешься. Нам вообще в другую сторону надо. Давай посмотрим. Тихо, там кейсы. Пустые, вскрыли, ножи забрали. Там один челик стоит, вот здесь вот со стенкой. А, это он с улицы, наверное, уличный, которого мы не добили там. Мы побежали дальше. Надо вот сюда. Так ты типа это не заодно с теми челиками, ты хочешь сказать? Так давай вот так вот сделаем, руки помоем. О-о-о-о, а чё тут такая большая комната? Вон так или иначе туда надо. Здрасте. Ух, нифига, мужик сверху упал. Кстати, понял, откуда ты анекдот про хром взял. Какая они. А, я понял. Киберсвиньи, блин. Let me in! Да, что? Чего? Кассу. Да я тоже. Фак. Патроны кончились. Да это патроны за вот эти тварь. Так, подъехали патроны. Опа. Блин, сложился. Там последний чел. Да,
Не залазить ты ни на какие уступы. Я, если что, наверху, да. Мне, кстати, за то, что я тебя подхиливаю, дают 500 очков. Круто. Паншот. Тюрьма что-то прикольное, я заметил, штука. Да. Да ём. Мне сразу Dead Island напомнил. Там последняя миссия в тюрьме как раз-таки была. Вернее, там знаешь, как переходишь в тюрьму и какое-то время еще там играешь, выполняешь приказы местного главаря тюремного. Блядь. Поднимай. Ну, я не кажись понимаю, мне... ребята сами-то зачистили эту тюрьму или что? Кажись, мне пора делать аптечки. А мне еще и... А не, я ее не сделаю. Их еще долго не надо будет делать. Ага, понятно, значит, нам не сюда надо. Значит, нам выше. Пипяу. Тихо. У нас чё? Там у нас челик повесился. Смотри. Куда, иди сюда. Куда бегу. Иди сюда. Тут чел с ведром на башке. Это чел. Бум. Тебе там звон не мешается. Нормально. Это знаешь, как в этом? В Points против зомби. Ага, нам не сюда. Или круто. Нет, нам все-таки сюда, наверное. Данил, полови их. Тут нельзя обыскивать, значит, тут точно не у того. О, мы почти дошли. Я взломал. И что нам отсюда надо было взять? Ферштейн нихт. Значит, нам отсюда надо. Тут у нас есть отмычка. У нас есть еще отмычка, еще отмычка. Тут отмычки раскиданы специально для таких бомжей, которые сюда каким-то макаром попасть попали, а... Это было ожидаемо, что здесь будет челик с потоком. Ёп твою мать. Чё так много-то? Пизда. Прям, до хера. А у меня аптечек нет. У меня нет аптек. Жри, свинец, тварь. Да ёб твою мать. Нагнули, нахуй. ХП у меня нет. О, Данюк, они, походу, еще и бесконечны. Надо чё... Найти путь к оружейной. Да. Давай вставай. Wake the fuck up. Да не ее. Путь, где оружейный вообще лежит. Ой-ой-ой. А мне кажется, он и вышел оттуда. Тут закрыто. Тут надо взломывать, Данил. Пизда. Да, я там взломал. Там надо взламывать? Да. Ёб твою мать. Так, этот хрен умер. Уровень силы повышен. Где-то твой уровень
сил. Где тут тварь ебаная? Так, отсутствие. Не умирает. Сколько тебе жизни-то? Это мало. Пиздец, у них ХП. Охуеть. Данек, есть контакт. А, открывайся. Пиздец, тут зомби не умирающий просто. Да ну тебя лесом, что еще бежать надо? Охуеть, можно бежать. Да, нам надо. Так, еще один. Данек, ты же в курсах, что на Q можно этот, как Far Cry, такую тему включать. Типа чувство, чувство. Да. Есть вообще эти что-то. Да я зашел в следующий уровень, где полная жопа. Бегаю тут. По лифту поднялся, да? Да. Так, я бегу, да, теперь без меня не бегать. Да вот бегаю. А, понял. Ля, ууу, это опасный челик. Доставай фонарь. Да. Ю-юй. Нет, ты фонарик доставай. Да я уж понял, что-то не достается он. Достал. Веселый уровень, нахуй. Вообще вверх нам надо. О, повышение уровня сил. Вверх надо с этим. Бэдро разобраться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая больно. Пизда, патронов нет. А чё их так много-то? Да ёб, блядь! Ну окей, рисуемся. Я ж надеюсь, нас на улице не резнет. Надеюсь. Там как-то где-то видно. Как эти мины работают, я просто не понимаю. Нет, не на улице резнуло. Так, ну мне надо тогда ракеты взять. Сучара. Данек, резайся, давай мини подавай. Стой, а давай тут встанем.